С начала паводка в Северо-Казахстанской области подтопило более 2500 жилых домов. Эвакуированы порядка 10 тысяч человек. На территории Петропавловска подтоплению подверглись 4 района – поселок Заречный, микрорайоны Подгора, Кожзавод и Лесхоз. Жители размещены в пункты временного пребывания. Подробности далее. В Петропавловске пострадавшее от паводка население размещено в 12 эвакопунктах. Вместимость – 546 койко-мест. Среди них 109 свободны. Граждане обеспечены трехразовым питанием, питьевой водой, постельными принадлежностями, медицинской и психологической помощью. Все условия, которые нужны для проживания, были созданы. Нареканий или каких-то жалоб еще не было от населения. Все, кто хотят эвакуироваться, имею в виду в эвакопункт, они пишут нам заявки, и мы их, в принципе, сразу же размещаем. Мы не ждем там время или какие-то количество там часов даем. Сразу же они эвакуируются и обеспечиваются вот койко-местами. В Заречном это 913 человек были эвакуированы, в Кожевенном было эвакуировано 1340 человек. В Лесхозе было эвакуировано 450 человек, и в Кожевенном у нас было эвакуировано 2350 человек. Эвакопункт в средней школе номер 4 города Петропавловска развернули 9 апреля. Сейчас здесь проживают 47 человек. Жительница микрорайона Хромзавод Наталья Чорба в эвакопункт приехала с дочкой. Здесь семье оказывается всесторонняя помощь. В доме мы проживали вдвоем с дочерью, я и моя дочь 5 лет. Здесь сейчас еще с нами находятся бабушки, это еще два других адреса. В 2017 году тоже было большое наводнение, ну, конечно, не такое масштабное, вот. Но мы тогда тоже остались без дома, пришлось сносить, потому что дом был из глины, и восстановлению он не подлежал по заключению экспертов. Вот. Снесли, начали строить. Компенсация, помощь благотворительная была. Сейчас в организации питания и сборе вещей первой необходимости помогают волонтеры, общественные объединения и неравнодушные жители области. Малика Кайрат, Демир Искендиров, служба новостей.